Юбка у вас уже есть. Кажется, давайте вверх. Да, мне нравится вот эта вот рубашка. Спасибо тебе за подписку. Твич сру. Из какой глины и ямы достали эту бабу во властелине Консея Нагерала? Да нормальная баба, ля какой кардан у нее сексуальный, аппетитный. Спасибо, твичсру. Ой, ру, спасибо. Валера, что делать, если ты понимаешь, что школа тебе ничего не даст, но при этом ты должен, сука, делать уроки, и на тебя давит мамка. Я хочу какать. Ну, что делать, бля? Школьники то-то и делают, что терпят. Терпят, проживая жизнь свою, как бы тратя время свое на сон, на школу, на учебу. А время для настоящей жизни остается совсем мало. Но люди глупы, они не понимают этого. Проживают какую-то другую, чужую жизнь, а жизни так и не видят. Спасибо тебе за подписку. Спасибо за подписочку. На дедушку подписался. В реальной жизни произошел казусный случай. Пришел в школу, зашел на урок и обосрался перед всеми, перед всем классом. Обидно, да? Ага. Ну давай. Блузка. Ну, вот это неплохая, действительно. А смотрите, низ какой? А вот как снизу вы... проблема. Трое не могут подобрать. Ну что за детский сад? Ну-ка. Вот нет. Вот жакетик, например, такой легенький. Да, прекрасно. Надо попробуем. Нет, с этой юбкой это вообще сюда не подходит. Нет, смотрите, белый цвет и белый. Нет, все. Мы... Ладно. Короче, наше резюме. Подожди, резюме. Да, снизу. Так, не короче, я бы с вами, из вас троих, ни с одним бы на свидание не пошла. Да. С вами дальше не сваришь. Стоит девочка перед вами, говорит, помогите выбрать одежду. И так еле на это уговорили. Девочка, блядь, это не девочка, это, блядь, это пиздец, блядь. Парень, так. Вы стоите, ржете, ха-ха-ха, хихихи. Почему хихихи? Какой от вас прок? Зачем вообще с вами нет. Вообще на свидание согласен. Ходить? Он один бегает, бедный. У вас осталась ровно одна минута. Ладно, да, дайте правду, я сейчас посмотрю, что можно. Давай, разорвись. Я уже, да, все. Давай. Так. Бери свои мужские. Блять, я, кстати, смотрю на эту бабу, ебать, я думаю, на кого так она похожа. Это на Сашкину бабу нынешнюю похожа, реально. Бля, Саня, хорошо, что Саня тут нет, он уже под каблуком, бля. Да. Мудрые слова от умного человека. Спасибо, солнышко, спасибо большое. Дай бог тебе здоровечек. А, ну давай. Руки так, все. Смотрите, ну, зеленое, вот это блин. Нужно взять, я считаю. Тебе прямо оно нравится. Ну, попробовать. Да. Блестючее. Ну, так, да, подождите. Такое, ага. Да, видно будет. Ну, хочет, это лох. Хочется ей блестящее. Ну, давай, я сразу сказал, можно. Давай. Все, идешь со мной на свидание? Давай, а туфли какие к нему? К нему я бы подобрала. Зарин нахапала, ты все, все руки вежил, как счастливая, говорит. Во-первых, к нему я бы подобрала, например, вот такие... туфли. Нормально. Yeah. Одевай. Давайте поярче что-нибудь. Давайте что-нибудь зеленое. Давайте что-нибудь красное. В принципе, мне кажется, вот такое. Бля, она сейчас эту хуйню надевать на себя будет. Ебаная. Подойдет. Григорий, тебе мне как? Мне нравится вот эта юбка. Мне нет, скучно. Вообще еще мне такая, кажется, как траурная лента такая вот, красно-черная, не знаю. Так, что ж тебе одеть, давай по тебе оденем. В общем, это красное платье мы обязательно оставим. Оно бордовое. Теперь давай, обувь и все, три наряда уже есть. Вот. Время закончилось, лавку мы закрываем, споры тоже, у пяти нянек дитя явно без глаза. Посмотрим, как выглядит Василиса для первого свидания. Не переключайтесь, будьте с нами. Пошел ты нахуй. Деда, привет. У меня есть друг Саша Удахин, и он немного попущен. Привет, что ему делать? Подскажи, пожалуйста, пожилой мастер Ядамарин. Хорошего здорово, стрима. Корова. Здорово, корова. Соси бороборух. Спасибо, солнышко. Нордхрайн. Дед, привет. У меня есть друг Саша Гудахин. И он немного попущен. По-твоему, немного? Я не считаю, что человек с именем Александр может быть не попущен. Потому что Александр — это априори опущенный. Это в переводе просто опущенный. Александром называют тех, кто по жизни идут опущенно, то есть с опущенной головой, то есть лохи, понимаешь? Да. Спасибо, Саша. Спасибо.
Продолжаем разбирать дело. Меня нужно слушать, смотреть не обязательно. Итак, Василиса готова продемонстрировать нам то, как она выглядит теперь, переодетая группой Корни. Пожалуйста. Ля какая! Ебать! Пиздец. Я ебу. Ну, я считаю, что образ достаточно яркий. В нем я хорошо буду смотреть. Бля, ебать, натура эльф, блядь, гоблина. Гоблина эльф. На вечеринках, в кафе. Вы сами туда пойдете или вас кто-то будет приглашать? Ну, я думаю, что мы обязательно организуем совместно. Ля, какие сексуальные ляши. Какие ля. Эту поездку, поход я предложу как вариант. Совместно с кем? С кем? С молодым человеком обязательно. Деда хуй, ну пошел и хуй, с днем рождения сам. Тебя, пожилой пердун, да, аэпа, краю нота. Сраку тебе, писюн, соси, писюн, соси старый, соси лапковую, соси лапковые волосы старого деда, черт, спасибо. Первые 5 минут, как только вас увидят. Для, допустим, каких-то клубных вечеринок ночных, где как раз такой темный свет, мне кажется, это прям зайдет отлично. Отлично. Зайдет. Вот, значит, мой выбор действительно класс. Ну, знаете, я вот смотрю на Василису, да, действительно, я вижу девушку прекрасную, которая любит жизнь, да. Вот, любит что-то яркое, безусловно. Вот, но... конечно, можно было бы к этому образу добавить еще и клатч, да, какой-то, сделать там красивую прическу, макияж, это понятно. Это все будет. Это все будет обязательно, но не с этим нарядом, я надеюсь. Потому что, мне кажется, в таком наряде, ну, мало куда можно выйти на самом-то деле. И лучше вообще не выходить тогда. Просто человек мало бывал в ночных клубах, это сразу видно. Переодевайтесь, отправляйтесь за кулисы. После того... как Василиса сказала, что вы очень мало бывали в ночных клубах и не знаете, как там одеваются, я еще долго не смогу говорить. Конечно, что уж там греха таить, значительно лучше, чем все то, что мы наблюдали на вешалке Василисы, это платье, это факт. Но, конечно, этому платью еще далеко до идеала, далеко до Василисы. Где Василиса и где это платье? Платью нужно еще до нее дотянуть. Но Бля, послори, ну что ты скажешь вообще? Как тебе, ну, новый этот самый прокитанный королевочный? Ну что ты скажешь вообще в целом? Берем че не берем, блядь? Ну как? Маслоры, ну как? Ну скажи, ну берем, не берем, что делаем? Факт, что уже сделан серьезный шаг вперед, очевиден. Ну все, берем, мозги не ебем. И благодаря вам это, к счастью, произошло. Вот всегда мужчины бодрят женщину, так бы она еще стояла и нудела. Ебать, да это хуйня ебаная, блядь. Это тупо кобыла ебучая, блядь, жирная, блядь. Ой, бля, я это вслух сказал. Ёб твою мать. Так ей все это не надо. Дополнительные 33 года. А появилось трое симпатичных парней. Сразу бах, мини, пакетки, каблуки. В клуб собралась. Учат еще, их там в клубе одеваются. Отлично, что же будет дальше? Я прошу прощения, блядь, челый, блядь. Сейчас второй выход Василисы. Срах. Евгений Бессонов, соси. Ля! Монашка. Ля, какая монашка. Ля! Ля! Я хуею, блядь. Вот
я подобрала образ специально для похода на собеседование перед прослушиванием. Пиздец, блядь, дюймовочка. Я уверена, что мой образ прежде всего подчеркивает мою серьезность, мою порядочность. То есть я одела... А эти певицы очень важные качества, правда? Ну да, конечно. Спойте что-нибудь. В крови горит огонь желания. Деда, с днем рождения тебя. Вот подарок мой тебе на 54 годика. Зачитай репат про енотика, пожалуйста. Глинки. Это начало глинки. У меня начало глинки, когда я сижу, глинку эту делаю в туалете. Чуть-чуть не такое. Спасибо. Деда, с днем рождения тебя. Вот подарок мой тебе на 54 года. А, ну тогда спасибо, дружочек. Ну да, получается, сегодня пожилой разбушаки, то есть мне, пожилой вуба-бубе, 54 реальных года. Спасибо тебе, ракеточка. Дай бог тебе здоровечка, счастья тебе, любви, удачи, благополучия тебе. И всего самого нежного и самого теплого, как мои яйца. Спасибо, красавица. А, ну тогда давай. Вот. Берем группу «Корни». Вот. И я считаю, что это наоборот говорит о том, что я хорошо... Вот это лох. Сразу видно, лох. Хорошо и достойно подошла к собеседованию. И мне кажется, что это хороший образ. Василий, скажите, пожалуйста, вот если серьезно, вот юбку же вам ребята выбрали, а это они первые обратили на нее внимание, вы так сначала сказали, нет, да вы что, куда? Я решила посмотреть, попробовать, а потом я поняла, что действительно я буду в этом выглядеть действительно как порядочная девушка. Прежде всего, это будет говорить о моем воспитании, о моем чувстве вкуса. Прежде всего, я считаю, что я хорошо, действительно. Вот смотрите, как у меня и по цветам все хорошо. Очень хорошо. Не упадите с каблуков, переодевайтесь за полисами. Понравился этот жакет вот во втором наряде. Я его сам выбрал, да. Мне понравился, я считаю, ей очень идет. Ну, конечно, то, что у нас коллективом... Заткнись, блядь. Заткнись нахуй. Мы не сошлись во мнениях, вот это, конечно... Надевай себе светило и ходи, бля, заебал. Пришел тут, бля, родился, черт. Задача осложнила. Это вот действительно ситуация, когда у семенянек дитя без глазу. В следующий раз мы вас рассадим, группа «Корни». Вместе вам выбирать одежду нельзя. Ну а сейчас третий выход Василисы Паровозниковой. Козды казали, что Владик отчелимся с днем рождения. Он сотнутый путал его архиву. Энали поздравляшку с гадзой. Лю. Да мой ты родненький шоколадный глазик. Спасибо, мой хороший путка за 500. Спасибо. Хай, поздрав, пожалуйста, Владика Пчелинцева с днем рождения. Он сукнутый по таву, жалко его. Навали поздравляшку с гадзей. Мау, мау. Владик Пчелинцев. Владик Пчелинцев, с днем рождения тебя. Владик Пчелинцев, здоровья тебе, удачи, благополучия, счастья тебе, по жизни, Господи, спаси, сохрани. Владик Пчелинцев, с днем рождения. Спасибо, солнышко, спасибо. Ебать, ля! Ля какая! Хуета, блядь! Пиздец, хуета! Хуйня, блядь! Хуйня, блядь! Василис, вы такая роковая, просто... Очень роковая. На вас трудно не заглядеться. Ну, конечно, я ведь подобрала яркий образ.
Смотрите, обратите внимание на красный цвет. Да. Опять же, конечно же, меня в нем можно увидеть издалека. Далека, также особенно. В этом можно и на сцене выступать. Если можно без света, не только издалека, но и без света. На самом деле, девочка прекрасна в любом образе. Ну, естественно. В любом образе. Кто поспорит с таким утверждением? Да, потому что... Потому что женская красота, она, как говорится... Слушай, дурачок, а нахуй ты очки надел солнцезащитные, блядь, в помещении, ебать? Я хуй пойму, блядь. Типа блатной или чё, блядь? Ты дурак ёбаный, блядь. Её не спрячешь. Не спрячешь, да. Её не спрячешь. И особенно внутренняя красота, вот, душевная, вот. Это очень важно. Она просто лезет здесь из всех щелей, это так. Абсолютно верно. Да. Но... Что касается то, что на вас сейчас надето, это... Это фиаско. Нет, это все нормально. Это все нормально. Мы таких людей видим каждый день в магазине. Которым тоже нужно отправить на модный приговор. Абсолютно, на модный приговор. В конце концов, профессионалы сделают из вас... Конфетку. Конфетку. Самое главное, чтобы это было комфортно. Вот ты все время говоришь слово «комфорт». Ты все время говоришь, я пойду на свидание, главное, чтобы мне было комфортно. Главное, чтобы я себе нравилась. Главное, чтобы мне ходить было удобно. Чтобы тепленько было, попа не промерзла. То есть вот все время все про себя. Ебать, да там такая попа хуй промерзнет, блядь, ебать. Тогда зачем тебе нужна сцена? Надо дома поставить тумбочку, зеркало поставить и выступать. Я и главное, могу. Что билеты всегда будут распроданы. Я не могу так, потому что у меня есть талант, и я считаю, что это должны слушать люди. Нам не терпится отправить вас в волшебную комнату к стилистам. Ну, конечно, жаль. Работа у них такая. Придется вам, Василиса, переодеться. Какой оттуда вернется наша сегодняшняя героиня? Всем непременно надо Дядя, посмотреть. На хрумке вот на точка лови пожилой смехуёк точка в чем разница между негром и апельсином? Когда Сука. Апельсин снимает с дерева, он еще живой точка точка как называется негр в университете? Уборщик точка точка что надо бросить тонущему негру? Его семью точка 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 твердый знак точка твердый знак точка твердый знак. Мягкий ты хуй. Чё ты, блядь, тут такое барагузишь? Ты, чёрт ёбаный, блядь. Ты нахуй следи за своим рынком, блядь. Сейчас я тебе бан пропишу, дурачку, блядь. Ты сразу, блядь, заговоришь совсем иначе. Ты лох. С днем рождения, что думаешь про город Йошкар-Ола? Спасибо большое, мой хорошенький. Хороший город, и там себе двери покупал, да. Да, я, да. Не переключайтесь, будьте с нами. Мы продолжаем разбирать дело. Меня нужно слушать, смотреть не обязательно. Ну уж очень хочется посмотреть, что же наши стилисты сделали с Василисой. Василиса, а ну-ка, подиум. Давай посмотрим. Бля, надеюсь, я хоть прыщ выдавили, еба. Бля, реально прыщ замазали или выдавили? Слушай, реально прыщ выдавили. Ей прыщ выдавили. Что ты, блядь, прищурился, ты дурачок прилизанный, блядь, ты чертила, блядь, ёбаный. Что, в колокола стучишь по воскресеньям, дурачок, да? Видно по тебе, лох. Я хочу сказать, что это, да, это действительно абсолютно другое лицо. И я, в общем-то, сделала выводы. Какие? Выводы, что действительно внешность важна. Оказалось, да? Ля, блядь, прыщ выдавили. Прыщ выдавили ей, блядь.
Блять, мой любимый прыщик, я так хотел его зубами раздавить. Да, я посмотрела на себя с другой стороны. 33 годам до вас... Вот это черт, пиздец, червяк, блядь. Катила. И я думаю, что я в этом образе могу поехать к своей сестре, которая живет в Нью-Йорке. Ну, еще как. Прыгую... В Японии, блядь. Гуляться. Да, еще ну, как. Нет. Да. Ну нет, ну нет. Вы что? И по Москве тоже прогуляюсь. Подождите, но на вас же макияж. Вы же сразу состарились, как... Ля, блядь, прыщик, охуема, блядь. Фотолуп, ёбаный. Как вы говорили, макияж прибавляю. Прыщик, блядь, верните. Хоть что-то у ней красивое было. Это возраст. Ещё как? Вы Боже что? Мой. Вам же по паспорту на границе. Посмотрите, скажешь, 30 дней. Посмотрите. Нет, вы что? Ей 90. 90. Не меньше. Я забираю свои слова обратно. Правда? Да. Не старит макияж. Оказывается, вполне возможно, вот хороший макияж, если сделает, он действительно не старит, а действительно молодит. Поедешь в Нью-Йорк, фотографию в паспорте поменять не забудь. Переодевайся. Василиса, если у вас силы есть. Я очень благодарна вам за то, что вы притащили сюда это чудо-юдо Рубикид. Потому что на самом деле сейчас Василиса в течение программы продемонстрировала механизм общественного восприятия. Хуйню, блядь. Удивительный пример. Ля. Этого феноменального явления. То, что мы сейчас... Ля. Ля какая. Василиса, как вам кажется, сейчас будут ли изменения в вашей карьере? Мне кажется, что, по крайней мере, на меня обратят внимание. И я думаю, что уж точно допустят меня до прослушивания. Ну, артистка должна быть объектом восхищения. Да, и артистка везде. Да, молодец, до нее дошло. Да. До нее дошло. Переодевайтесь, дорогая. Хорошо. Вы знаете, у нас сегодня в студии нет мамы Василисы, а мне бы очень хотелось к ней обратиться, потому что, ну и Василиса сама рассказывала из материалов дела, я это знаю, что мама все-таки следит за ее выступлениями, она и видео. Видите, мне очень хочется... Я все-таки настаиваю на том, чтобы Василиса попробовала себя в новых жанрах, потому что мне кажется, что она в зеркало и ведет себя так, как... Ля. Ля какая! Блять, прыщ, сука, торчит все, блять. Прыща торчит, нахуй, ну ебаный в рот. Пока она там ходила, переодевалась, стерла, блять, штукатурку с еблета, блять, и опять прыщ появился. Ну ебаный рот, блять, ну ебаный рот, на Машке я, блять, опять трясло я штукатурки. Деда, пришел я как-то в магазин купить деду клей. Пробили на кассе один клей и спросили, нужен ли пакетик. Дед, расскажи, зачем клею пакетик? Ебать, чтобы удобно нести было, дурачок. Нахуй еще пакетик, блядь? Ты дурак, что ли, блядь? Спасибо. Спасибо. Я знаю тебя уже довольно большое количество лет. В таком виде вообще не представлял, что когда-нибудь тебя увижу. Даже язык заплетается. Я думаю, что теперь тебя ждут поцелуи не только в щечку. Теперь уже ты можешь смело рассчитывать на семью. Ля-ля, аж вспотел, вспотел. Я думаю, блядь-то как, а было, блядь-то, я ее не трахну. Ой, я лох, блядь. В колокола всю жизнь проколотил, блядь, так и не трахну, блядь. Думаю, что пробьешься наконец на важное прослушивание. Все горизонты открыты.
Интересно посмотреть на глаза твоего педагога. Спасибо. Спасибо Первому каналу, спасибо вам. Спасибо вам за терпение. Спасибо Первому аналу. И вообще за новый мир, который вы мне открыли. Мне кажется, у нее анус закопченный. Василис, я от всей души тебе хочу сказать одну вещь. Вот смотри, ты только что сказала спасибо вам за терпение. Конечно, ты понимала, о чем ты говоришь. Ты имела в виду себя, правильно же, да? Что мы тебя вытерпели. Ты артист, но что такое артист? Это тот, кто выходит на сцену и полностью отдает себя зрителю. Тот, кто не чувствует ни погоды, ни холода, ни дождя, ни ветра, который с температуры 40, делав капельницу 3 секунды назад, выходит на сцену и отдается зрителю на все 100, 200, 300, 1000%. А ты все время, это мне тепленькие штанишки, что это петь на холоде должна, не дай бог там что-то себе приморожу. Ничего ты никогда себе не приморозишь, потому что когда ты отдаешь зрителю, он тебя согревает обратно. Я от всей души тебе желаю, чтобы ты это поняла, и тогда у тебя все получится. Спасибо большое. Стол закрыт. Удачного стрима. Пост мягкий знак Диантуаорт. Банана Брайн. Спасибо. Спасибо, спасибо, я... Эти передачи никому нахуй не нужны. Лучше бы Рофл звонки делал. Пожилой аферист. Ладно, извинись тогда, пожалуйста, я соси пожилую жабу. Спасибо, мартышка, соси отрыжку. Спасибо за донатик, я ебал бибератик. Все, да? Так, сейчас будет страшилка. А, ну давай. Вот солистка. Вот солистка данного песня. Life's a
keep testing me. The other girl in the world impressing me. Like Julie Voodoo, fresh to me. You just wanna be giving you the best of me. Everything's meant to be, you were sent to me. You and me got wild destiny. You're like a little angel, never pressure me. Everything you do so zap to me. I love it that you best friends to me. I just wanna treat your heart carefully. Cause every day I feel blessed to be the one chilling with you right next to me. Блять, ебаная, блять. Песня залупа, ебаная, блять. Хуйня, блять. Хуёвая песня, хуёвая музыка. Полная хуйня, блять. Хуета, бля. Песня Дит, для девчонок. Привет. Я не мог 3 часа Здорово. Дня порожниться. Но в текущем патоке ты мне показал такое, что меня скрутило. Пожелать тебе приключений, пердошлеп. Спасибо. Спасибо, солнышко. Вот сейчас, я вот возьму топ-1, вот это реально, ребят, я довольно-таки часто проигрываю в этой игре, я не спорю, да, бывают моменты такие, что я начинаю проигрывать, и это потому, что, ну, у меня лагает интернет. Сегодня интернет вроде как не лагает, и поэтому сегодня я покажу, как я профессионально орудую в эту игру, именно профессиональный скилл свой, вот, да, всем привет, да, спасибо, значит, здравствуйте, Анус, Луда, да, все зависит от того, какая команда у меня в данный момент в игре, потому что бывает зачастую команда чмошников, да. Здравствуйте, уважаемая команда, как проверить, у меня в команде чмошники или нет? Когда я буду всех приветствовать, если никто не ответит, значит, все чмошники. Здравствуйте, уважаемая команда. Здравствуйте, уважаемые. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Меня Артём. Как? Артём. Артём, это, извините, имя или ваше погоняло? Погоняло. То есть я понял. Хорошо. Спасибо. Вилт Еаст. Здравствуйте. Вас как зовут? Дробаш. Как? Дробаш. Я понял, то есть, по сути, неважно. Я вам свое прозвище дам во время игры. Вы будете сегодня просто гной. Чувак, я в курсе, ты сейчас стрим ведешь. Кто? Привет, деда. Раз уж на то пошло, то пост мягкий знак. Здравствуйте. Бабы Тай, гимитлаот, басухату пау петушка. Буте. Спасибо, мой хорошенький, спасибо большое. Спасибо. Сейчас. Здравствуйте. Алло. Еще раз, уважаемая команда. Я вас слушаю. Здравствуйте. Ты меня слышишь? Как слышно, братишка? Я тебя слышу, братишка. А ты меня слышишь, братан? Все, летим. Мы уже прилетели, братишка. Ты куда летишь? Как дела, братаны? Вот давайте познакомимся с вами поближе. О, вот это уже совсем иной разговор. Вот с этого следовало бы начинать наш с вами диалог, наше с вами знакомство. Здравствуйте. Братишка, а вас как зовут? Слишком много бандитов, надо их убивать быстро. Братишка, бандиты не помеха, когда есть такая профессиональная команда, как мы. Да. Я являюсь профессиональным игроком, также по совместительству я киберспортсмен. Давай, вот, можете не переживать. Защищай меня тогда. Хорошо, братишка, ты не переживай. Я киберспортсмен, и я не дам в обиду свою команду. Да. Все под контролем, братишка, не переживай. Я профессионал своего дела. Ой.
Братишка, ты живой? Братишка, ты живой? Бля, братишку убили. Ой. Здравствуйте. Ребята, откуда вы такие смешные? Ой, то есть интересные у меня в команде. Здравствуйте. Алло. Алло, ребята, я вас не слышу, вы молчите или в пизде торчите? Здравствуйте. В пизде торчим. Ясненько. Ребята, сколько вам лет? Вот просто чисто символический вопрос. 20. А это был символический вопрос, поэтому мне абсолютно не важно, сколько вам лет. Спасибо. Ясненько. 20 лет, как говорится. Ну хорошо, тогда если уж 20, тогда уж скажите мне. Вы хоть раз в своей жизни за 20 лет вмакали в женскую пизду своего окуня? Третий коряк забираю, у меня вот тут лежит. Не слышу. Хорошо, вопрос поставлю чуть-чуть иначе, ребром, так сказать. Ты нюхал женскую писю? Конечно, братан. Вот, мужик. Валерка, спасибо. ЗДР, стой. С днем рождения. Здравствуй. Можешь передать привет моей внучечке Арине Киперчин. Кому, братишка? А, тю. Ариночка! Чего? Братан, мне пизда. Ты Киперчан? Да, Киперчан. Ну тогда соси качан. Тихо, блядь, соси. Да, я. Спасибо, солнышко. Кто стоит? Сейчас я буду мстить. Да. Не переживай, братишка, все под пожилым контролем. Ебать сильно, да, угланул? Да, я. Вилд, Яст, за тобой приехать? Вилд, за тобой приехать, че не? Конечно, есть за ним, чего ты ждешь? Мне кажется, он боится меня. Сейчас я к нему приеду. Да? Ай, блядь! Кого? Да, я. Сейчас, братишка, я еду. Я приехал, братишка, давай ко мне. А нет, не приехал. Сейчас. Слушай, а как ты думаешь, ты пряников подхватишь или нет? Повтори, пожалуйста. Пряников подхватишь сейчас, думаешь, или нет? Ты намекаешь на то, что дадут ли мне пизды. Да я знаю. Блядь! Пошел ты нахуй, дружок. Хуйня, не игра, блядь. Пизда, ебать. Получил пизды, блядь, тупо, блядь. Катался себе на дырчике, блядь, и пизды дали. Блядь, что за хуйня, блядь? Да, сука. Ебать, я пожилая пизда, блядь. Да. А пиздюлили пожилую мошонку. Ёб твою мать, я пожилая тушенка. Ха-ха, ну давай. Да. А нет, когда метро? Открой кейсы в пабье. А, ну давай, надо открыть, братишка. Ну, сейчас. Вот сейчас я тупадин возьму и я открою кейсы в пабье. А, ну давай. Да, я смотрю сегодня какое-то обновление в OBS Studio.
появилась. Да нахуй оно мне надо? Да хуй его знает, братан. Я тоже не знаю. Ну и нахуй я его обновил. А я не знаю нахуй. Ну вот и нахуй. Да пошел тогда ты нахуй. Да, я, да, да, я. Маслыры, бля. Я сейчас сижу на новом кресле Тхандер. Здравствуйте. Алло, здравствуйте, уважаемая команда. Здравствуйте, здравствуйте. Как ваше настроение, уважаемое? Ой, отлично вообще. Хорошо, очень рад. Очень рад, спасибо. Можно, пожалуйста, хотя бы имя ваше узнать, чтобы в дальнейшем я как-то ориентировался? Меня Саня зовут. Это, ну, вы смеетесь, надеюсь, насчет Сани, да? Нет, нет, я Саня. Александр, да, так называемый? Ну, хорошо, Александр. Александр, получается, да? Александр, а кто у нас еще в команде? Он человек предложил, блядь. На Аляску слетать. Пончик, как вас зовут? Пончик. Коротко, ясно. Я не понял, знаю, я не... Будешь. Я понял, вопросов нет. Александр, вы здесь? Да, да. Александр, а вы слышали такое мифологическое высказывание древнеримское по поводу имени Александр? Я могу вам его сейчас вслух произнести. Если вас... Давайте. Вы знаете, у меня есть знакомый, ну, я человек уже не молодой, у меня есть знакомый один. Вот, и он такой человек, да, ему уже 70 лет, и он довольно-таки часто путешествует, и его излюбленное место это, ну, знаете, вот в горах вот эти вот, ну, сидят великие люди, то есть так называемые... Ну, великие люди, Ошо, Ошо, вот эти вот всякие йоги. И вот он как-то подошел к мудрейшему. А его тоже, кстати, Александр зовут. И а мудрейший... Подожди. И мудрейший ему сказал, если вас назвали Саша, хуй сосать, работа ваша. Представляете? Вот. Ну, ничего страшного. Весело, весело. Вот, получается, вот такая вот ситуация. А вы знаете, он подошел, он думает, он вообще не с таким вопросом изначально к мудрейшему обратился. Он сказал, мудрейший, как начать жить по-настоящему? А мудрейший, да, сидит мудрейший в позе йога. Помолчи, заткнись, заткнись. Он сидит, мудрейший, в позе йога, в позе йоги, да? И молча такой, потом раз такой, если вас назвали Сашей, хуй сосать, работа ваша. Ну вот, понимаете, да, о чем я? Блядь. Отключайте этого долбоеба, блядь, не хуй слушать. Каких только уебанов не хватает, ну, на свете белом, блядь. Извините, это вы про кого? Про ваше величество, блядь. Не пошли бы вы нахуй. Я не понял. Вы, пожалуй, уж слишком как-то со мной грубы, я бы так сказал. А вот пошли вы, вот вас убили, не меня. Поэтому, Пончик, уважаемый, пошли вы нахуй. Пончик, блядь, ебать, ты чё, печенье ебаное? Да пошел ты нахуй, печенье. Ясно. Александр, вы здесь? Александр, Саня. Если вас назвали Саша, хуй сосать. Вот этот первый, который КС Про, это черт. Да, 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 я, да. Да, я. Александр, вы чего обзываетесь на пенсионера? Да, я, да, 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 я, да. Шо? Ебать, я засел в то... Ой.
я засел в туалете и жду противника. И хуесосю Сашку. Блять! Блять, ёбаный рот! Сука! Отсосала дура. Ты вали нахуй. Да лаги, блять. Я хуй нахуй. Шо? Что такое? Да пошёл ты нахуй, Сашенька. Да-да-да-да, сука, лаги, блядь. Да-да-да-да, залагала, зараза, блядь. Да не удалось вначале оружие взять. Лаги, блядь. Да-да-да-да-да. Ну всё, сейчас мы проверим, ребят. Сейчас. Вот сейчас вот это будет последнее, и это будет стопроцентная победная, то есть топ-1. Топ-1 и последние киллы будут из моего пистолета. А, ну да. Да. Ебать я пожилой пеструнчик. А, ну давай. Ай, ну давай. Ай, блядь, ебаный. Маслоры, блядь. Все, ребят, вот сейчас будет стопроцентная победа, реально, блядь. Здравствуйте, уважаемая команда, здравствуйте. Меня зовут Жмышенко Валерий Альбертович, уважаемая. Рад вас всех приветствовать. Здравствуйте, команда. Можно, пожалуйста, чтобы мне было легче ориентироваться, узнать, как ваши имена? Здравствуйте. Алло, здравствуйте, уважаемая команда. Как вообще, вот в целом, да, вот сколько я уже 5 лет играю в эту игру, я сам киберспортсмен, и да, ребят, вот и как вот чисто проверить, команда у тебя нормально, либо какие-то хуесосы? Нужно просто сказать здравствуйте. Если не молчат, значит команда хуесосов. Понятно все, в принципе. Все, в принципе, стало предельно ясно. И в целом понятно. Команда хуесосов. Ебать. Вопрос? Да. Да? Здорово, здравствуйте. Как вас зовут, уважаемые? Так, как ты сейчас сказал? Уважаемый, как вас зовут? Меня зовут Сергей. Это мне абсолютно не важно. Всем здорово. Здравствуй. Как вас зовут? Это первый. Не говори, как тебя зовут. Он петушило какой-то, пиздит хуйню постоянно, какой-то он, блядь. Короче, доебать пришел всех, который гандон ебаный. Не понял сейчас. Это какое-то было, по-моему, неуважение с твоей стороны, никнейм. Мне кажется, ты какой-то человек крайне неадекватный, потому что твое общение с пожилым человеком, то есть со мной, крайне неправильно. Твое воспитание на самом плохом уровне. Твое воспитание вообще на самом... Твое воспитание вообще никакущее. То есть ты невоспитанный. Ты невоспитанный, необразованный молодой человек. Здравствуйте, уважаемая команда. Димасик, да? Первый, я так понимаю, Дмитрий, да, зовут? Вас Дмитрий зовут первый? Да, Дима. Неважно. Офигеть, ты капитан очевидности. Ты догадался, как его зовут? Как вообще настроение, уважаемая команда? Блин, вот когда тебя не было, отлично. Лучше было. Хорошо, отлично, ребят. Я являюсь отлично, киберспортсменом. Спасибо. Спасибо. Сказал, в целом насчет, неплохо. Насчет моего поведения, воспитания. Вот да, носил, да. Как мое да. имя? Ты ответил, для меня это абсолютно не важно. Ты чего тогда ты спрашивал мое имя? Скажи, кто спрашивал? Не понял. Это был риторический вопрос. Это был риторический вопрос. Это был риторический вопрос, потому что человек, имеющий такой ник, как у тебя, человек, имеющий ник, как у тебя, у него явно либо имя Александр, либо Сережа. Потому что Александр и Сережа — это тупо долбоебы. Вопросы? Вопросы есть? Меня же Александр зовут, да? Нет, боже упаси, у меня имя нормально. Меня зовут Жмышенко Валерий Альбертович. Полное имя Жма. Я ВДВшник действующий, то есть киберспортсмен, ВДВшник. Также являюсь я. Это лошара ебаная, хуй как ты пиздишь, ебать. Я ВДВшник действующий, киберспортсмен. Тут,
морской котик. Тут все ВДВшники, ебать, сразу. Мне 54 года, в отличие от тебя. Тебе сколько лет, сынок? Я, да, блядь, я еще как ты песком не засыпался. Нет, ну сколько вот тебе лет? Назови, пожалуйста, цифру. О, блядь, я затрудняюсь ответить, знаешь, мне кажется, для тебя эта информация не важна. Абсолютно прав. Ты абсолютно прав. Потому что мне абсолютно поебать, сколько тебе лет, потому что ты лох попущен. Не поебать, чисто мне реально поебать. Потому что ты тупо лох, вот реально. У тебя имя Сергей, блин. Как вообще с именем Сергей живется? Объясни, пожалуйста. Вот чисто, вот, ты знаешь... Блядь, ебать, меня не будет, сука! Как будто это наложили голос. Наложили. Это точно наложили. Сука! Блядь, да почему так лагает, падла? Да я, блядь, нахуй вообще отвлекся, блядь. Только, блядь, прицел, блядь, просматривал, блядь. Ебать. Я прицел рассматривал, ребята. Ладно, вот это последняя победная будет. Так, вот сейчас будет последняя победная, ребята, реально. Каточка. А, ну давай. Да, ебда, манда, Рина. Пойдешь со мной, манда, Рина? Ты пойдешь со мной играть? Хотя, что тебе со мной идти? Ты играть не умеешь, господи. Да, ебда. Я анальная алыча. А, ну все, давай конча. Кто конча? Кто, черт? Кто я конча? А может быть, ты конча? Кто я? Да, ты, а может быть, ты? Здравствуйте, уважаемая команда. ЗДР, стой, мой пожилой смысл жизни, спой песенку про Никиту Дурачка. Спасибо. Ну, подожди, пожалуйста. Сейчас я топ-1 возьму. Здравствуйте, уважаемая команда. Здравствуйте. Рад приветствовать вас всех, уважаемые. Я вас тоже. Спасибо большое. Спасибо. Вы уж простите, я человек не совсем уж и молод, сегодня день рождения, но это не суть. Вас как зовут, уважаемые? Меня? Да, вас. Максим меня зовут. Неважно. В смысле? Да, в целом, в прямом. Ну, как ваше настроение? Нормально. Ясненько. Спасибо, настроение прекрасное, потому что сегодня у меня праздник, день рождения. Сегодня мне исполнилось 54 года. С днем рождения вас. Спасибо, очень приятно. Уж не сочтите неправильно. А сколько вам лет, уважаемый? Ну, мне, если честно, да, тут 14. Я такой это... маленький еще. Я понял, но это не важно. В смысле? Да, в целом, в прямом там. Ну ладно. А по жизни вы чем занимаетесь? Здравствуйте. Кто именно? Ну и вы. Первый, блядь, ты говоришь, что ли? Ну, бывает, работаю. Не слышишь, программа разговаривает. Нет, я понимаю, работаете. Вы, видимо, еще в школе учитесь, да, в 14 лет? Ну, конечно, до 18 лет. Ну и как ваша успеваемость? Так, не понял, это кто? Извините, это кто второй? Здравствуйте. Здравствуйте. Вас как зовут? Тоже, наверное, не важно. Нет, почему же? Мне просто интересно, как вас зовут? Блять! Ёбаный в рот, меня школьник ебёт! Блять, меня школьник выебал! Сука, блять! Неудивительно. Тварь, блядь! Ебать, заебали ты, школьники, ебаные! Тварь, блядь! Сука, залупа, блядь, ебаная, блядь! Тварь, да, блядь? Сука!
музыку пост мягкий знак, просил же. Воронеж, аферист. Бан, дит, бан, дит. Воронеж. Бан, дит. Спасибо. Бан, дит. Бан, дит. Бан, дит. Спасибо. Бан, дит. Саму, бан, саме, дит. Самому тебе бан. Бан, дит. Бан, да, да, дит. Да, 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 бан, да. Дит. Бан, дит. Бан, дит. Бан, кто, кто, дит. Кто бандит? Кто, бан, солнышко? Кто? Дит. Бан, дит. Кто, дит. Ну кто? Бан, ну кто, дружок? Дит. Бан, дит. Блять, ну бан, кто? Дит. Блять, ну кто, блять? Ну кто? Ну бан, кто? Дит. Кто, кто, кто? Кто, кто, блядь, бан, блядь, сука, бандит, блядь, кто, кто, солнышко, кто? Я думаю, как жить, бабки мне не дают, блядь, что делать. Спасибо, Анатолий, вопрос действительно очень душещипательный. Мой дедушка, день рождения, здоровья и долгих-долгих лет. И пусть мой донат сделает тебя наисчастливейшим человеком. Спасибо, солнышко. И покажи мне счастливую Гадзу. Спасибо, мой дед, хорошенький. Здорово. Передай привет моему другу Пеше. У него Патау. Уважаемый Пеша, привет вам, Патау. Ничего страшного, мне тоже Патау, плюс Додик, плюс ДЦП, плюс ПТУ, плюс МЭУ, плюс ДЦП, плюс Андрюша ДВП, плюс Маслина, плюс Козлина. Вот такие дела, и как-то живу. Здравствуйте. Спасибо, солнышко. Спасибо, мой хорошенький. Дай бог тебе здоровечка. Спасибо, да, большое. Ты замолчишь или как дома? Привет, здравствуйте. Здравствуйте, уважаемая команда. Здравствуйте. Здравствуйте. Рад приветствовать, рад представиться. Куда прыгнем? Прыгаем в очко твоей мамки. Да. Здравствуйте. Они адекватные. Кто? Кто неадекватные? Да ты. С чего это вдруг? Какие вопросы, такие ответы. Уж извините, я человек не молодой. Мне сегодня 54 года. Сегодня день рождения. Сегодня охуенная природа. Как дела? Нормально, нереально. У вас как? Спасибо, прекрасно, потому что опасно. Сегодня у меня день рождения, представляете, 54 реальных года. Хорошо, чем по жизни занимаетесь, такие смышленные? Ну что, не видишь, чем занимаемся, играем, сидим. То есть вы киберспортсмены, правильно я понял? Конечно. Хорошо, а как зовут, уважаемый, вот первый, как зовут вас? По нику определить. Так, два вижу, левых. Ну, я надеюсь, не Александр вас зовут? Ты угадал прям. А вы знаете, ты вот я... Садись, садись ко мне. Я вам историю, пока будем ехать, расскажу интересную. Вы знаете, вот я человек не молодой в целом, да? Сейчас, одну секундочку. Ты, по-моему, не в ту сторону везешь. Неважно, как, неважно, где, главное вместе. Разворачивайся, другую поехали, это пацанов. Там очень много людей. В общем, я вам расскажу историю. Я человек не молодой, и у меня есть знакомый, ну, довольно-таки человек также не молодой, ему уже более 70 лет, и он любит путешествовать по миру, и как-то он... Правее, Утяну, вот он, дави его. Вот, и получается, он отправился в путешествие, знаете, где статуэтка Будды, то есть где великие люди вот эти сидят, Ошо всякие. Тормози, вот. Тормози. А его тоже зовут Александр, тормози. Кстати. Его тоже зовут Александр, он подходит к этому великому, он сидит в позе йогу, и он спрашивает у него: скажите, пожалуйста, мудрейшие, как начать жить по-настоящему? А он спрашивает: а вас как зовут? Он говорит: Александр. А мудрейший ему, знаете, что отвечает? Если вас назвали Сашей, хуй сосать, работа ваша. Представляете? Вот так, ну, как-то и получилось. Ни о чем. Нет, это великий ученый, это Ошо. Он вот именно так и сказал. И вот это ему на всю жизнь запомнилось. Правда, он прожил после этого недолго. Ему было уже 70, он всего лишь полгода пожил. Потому что это действительно потрясение. Блядь, меня выебали опять.
Где исцеляется? Где? На втором этаже. Если вас назвали Сашей, хуй сосать. Работа ваша. Вот ты согласен со мной, правильно, Мурена, насчет Александра имени? Да, крутое имя. Красавчик. Ну да, вот мудрейший также сказал. Красиво сказано, действительно. Я своим детям тоже это рассказываю. Мне как-то жена хотела назвать сына Александра. И что ты думаешь, я ей как дал ляпаса. И она после этого забыла вообще всех Александров, которые существуют на планете Земля. Представляешь? Потому что Александр — это не имя, это погоняло. По то сторонам, есть, ну, это как сторонам, бы... Глядите, по сторонам. Здесь вот, как говорится, кто хочет посмеяться, тот просто берет компанию Александра. И все с него смеются, сидят. Он не поймет, а всем смешно. Почему? Потому что Александр. Да-да-да-да-да. Если вас назвали Саша... Блядь, великие слова. Мне вот, не знаю, вот приятно, вообще приятно слышать было, когда мне рассказали об этом. Не, ну вообще Александр, ну, македонск, как бы, ну, такие нормальные. Не, ну, с чего вы взяли, что не нормально, нормальные там? Вы думаете, что в книгах пишут в книгах, это нормально, что ли? Там бывает и нормальные, и ненормальные. Вот Александр Сергеевич Пушкин, чем он был нормальный? А тем, что... А ничем. Поэтому Александр — это такое понятие растяжимое. То есть это вообще не понятие. Это просто имя, которое дается тем, кто по жизни сосет. Извините, я это вслух сказал. Ну, а ты сейчас зип нормально. Не, он вообще крутой. А я не понял. Друзья, добавлю, братан. Он тебя не примет. В смысле? Ну ты же Александр, это был риторический вопрос, надеюсь. Конечно, не приму. У меня в друзьях ни одного Александра нет. Почему? Потому что ответ был сказан выше. Мне сегодня 54 года. Я сегодня отмечаю этот праздник вместе с вами. Я сегодня отмечаю этот праздник вместе с вами, потому что я настоящий киберспортсмен. Мне 54 года, у меня двое детей. Вы знаете, что я утром своей жене рассказываю, когда просыпаюсь? Да, мы слушаем. Ничего. У меня нет жены. Чего вообще? Я прошу прощения. Да. Блин, а песенку, пожалуйста. Про что? Блин, не знаю. Могу только про Александра. Я могу только про Александра. Давай. Я надеюсь, Александр, который в нашей команде, он... Ну а что ты, давай пообщаемся с Фибелералы. Хорошо, Александр, если вы не против, я с вашего позволения исполню песенку про вас. Давай. Александр, а вам сколько лет, уж извините за вопрос? 30. Да это не суть, это вообще не важно. А не суть, почему? Потому что суть в туалете. Хорошо, могу, в принципе. Сейчас, Александр, сейчас. Где? По мне с колонки. Если вас назвали Сашей, хуй сосать, работа ваша. Если вас назвали Сашей, хуй сосать, работа. Саня, хуй соси. Саня, хуй соси. Саня, Сашка, Александр, Саня, хуй соси, Александр. Саня, хуй соси. Саня, хуй соси. Бля, пацаны, ё-моё. Ё-моё, мама звонит. А щики-щики-ре. Не понял. Я сейчас возьму машину и заберу всех вас. Идём. Кроме Александра. Целёс колонок.
Да, я. Хуя, ну. Я еду к вам. Да. Так что за фибрилла, будем общаться? За кого? За Александра? Нет, фибриллы. А кто это такие? О, а если ты так прожил много, ты что, не знаешь, кто такие фибриллы? Мне 54 года, это немного. Эта жизнь только начинается. Это за тебя отомстил, братишка. Спасибо. Да. Да, жалко, пацана, молодой ведь был. И не Александр, а нормальный. Странно, забирать с лучших. Понятно. А Сашенька как назло живой. Там оптика есть там у него? А какая тебе нужна, Александр? Восьмерочка. Шестерочка. Нет, тут только есть калоимитатор. Калоимитатор? Ну, можете его вставить в одно место, калоимитатор. Не понял, Александр. Да. Александр, садись ко мне в автомобиль. Давай в дом поверим. Я к тебе подъезжаю, садись ко мне в автомобиль. Нам нужно уезжать отсюда. Здесь. Да. Да. Александр, садитесь ко мне в автомобиль. А что ехать-то в зоне-то? Извините, я пошутил. Если вас назвали Саша. Да, Александр, я вас слушаю. Я прошу прощения, но извините, я после того потрясения, которое мне друг рассказал, которое побывало у великого Ошо, не могу Александра возить. Как говорится, когда... А ну, дед, накажи. Александр, ну что ж вы делаете, а? Не, это не Саня, это не Александр. Это другие. Это Александр. Это Александр быканул. Александр быканул за меня почему. Да не стреляй по нему, не стреляй, нахер постреляй. Это Александр быкует. Александр все-таки терпение. Чаша Александра переполнилась. Саша, ну что ж такое? Все, Саша, вы меня не догоните. Да. А ведь эта машина могла быть вашей. Если бы не поломали бы мою машину. Да. Если вас назвали Саша. Есть песня такая. Вот если вам интересно, можете просто написать в поиске аудиозаписи социальной сети ВКонтакте. Напишите «Саня, хуй соси». И там будет очень много композиций, да. Это замечательное имя. Да. Да. Блять. Саня, твоя машина, что ли? Нет, просто я про то, что почему, если не твоя, я почему я об нее уебался. Блять, я не буду, Александр. Блять, Александр, моя машина потерпела крушение. Да. Если вас назвали. Если вас назвали Саша,
Хуй сосать, работа ваша. Ой, извините, это кто был? А, он здесь, Оша приходил, великий. Да, он там был. Не-не-не-не-не-не-не-не. Кто? Давай пообщаемся за либералов, там, за саксонов, а он нихуя не шарит в этом моменте. Нахуй мне твои саксофоны, я не понимаю. Как можно с Александром общаться на столь интересные темы? А что говорить? Я рэпер. Оп. У меня летит патрон. И тут встает вопрос. Только я или он? Александр, может быть, вы все-таки будете частью команды? И будете помогать сражаться, а не бегать там и прятаться от противника? Нет, я понимаю, что имя ваше не позволяет вам быть сильным. Но ведь помогать команде-то нужно. Да. Да что там говоришь? Александра. Сань, хуй соси. Да. Так, ну сейчас у нас топ-1, в принципе, намечается. Я уже чувствую, как последний килл будет с моего автомата. Да, Саня? Фильм даже есть хороший, Александра называется. Если вас назвали Саша, хуй сосать, работа ваша. Если вас назвали Саша. Александр, а вы где? Почему помощи ноль? Не слышу. А? Да кто такой этот Александр, господи? А, ну давай. Я пожелаю сигарета. Да. Хуяндук. Я никого не вижу, кроме Александра. Да. Что-то вообще противник не идет ко мне. А мне так охота кого-то убить. Но у меня есть Александр, в принципе. Да. Я никого не бачу. Я никого не бачу. Противника хуйма. Александр, ты противника видишь, не видишь? Нет. Конечно, не видишь. Как говорится, дурак дурака не видит издалека. Ладно. Если хочешь, называй меня пожилая скумбрия. Это шутеры с видом пожилого лица.
Да. Александр, надеюсь, твоя совесть не позволит тебе украсть мой автомобиль. Хуя, док. Так, ну все, сейчас я возьму свой пожилой джуп. Опа, школьная залупа едет. Сосать. Ну давай туши их. Да я их не вижу. Заберет, он три войны прошел. Хуя, док. Я сейчас буду давать угла на своем автомобиле. То есть... Я буду угловать. Блять, вылазь. Все, да? По горе 255. Левее чуть левее. Никого не вижу. Ну там он был на 255 бежал. Люблю и ненавижу. Ебать, я пожилой окунь. Правее вверх. Правее, вон он. Я до него не добью, потому что я его не люблю. Я его закошмарил. Это была некая тактика. Да. Я пожилая пока буба. Я пожилой верблюд. Попал в пиздак одному. Наверное, тоже Александр был. А, это Александр здесь бегает. Я думаю, что за запах такой стоит? Ай, блядь! Блядь, еще и зона, я ебал, как бы, блядь, кого? Никого. Заткнись. Саша, садись в мою машину, я тебя подвезу. Что за тип, да? Ой, бля. Саша, это успел. Да, я. О, дави его. Александр. Не обращай внимания на пули. Ведь пули — это всего лишь царапины. Почему я не вижу поворота? Потому что у меня настала рвота. Ты дурак? Кто, я дурак? Да. Может быть, ты что, дурачок? Ну на тебе цветы. Саш, ты дурак? Сам с собой разговариваешь? Имя такое. Саша, я тебе спас. Валеру подними. Ага. Ага, блядь. Ой, Александра. Саня, хуй соси, а. Да. Ебать, я пожилой окурок. Пацаны, да это ж мой Бруклин. Да мой ты родненький, спасибо большое. Ебать. Блядь.
Спасибо, спасибо за косулю, Брук. Спасибо, Брукчик. Спасибо, деду нравятся косулики. Дед, спасибо. Расскажи подробнее про свою семью. А на Пушкина не гони. Да пошел он нахуй, Пушкин твой. Моя семья... обычная семья. Всего лишь 7 человек. Отец мой, да я. Я саночки из лесу вез. Отец мой колол, а я отвозил. Я пожилой дебил. Спасибо, солнышко. Да. Спасибо. Здорово, мандаринная скажурка. Что ты в юбку народился, ля? Мандарин юбачку напялил, думает он девчонка. А, ну все тогда, давай. Ну давай тогда, ну давай. А что тебе давать? Ничего. А может быть ты? Ебать, ну на, цветы тебе. Ты дебил? Кто? Ты? А может быть... Ты чё, ебло? Кто? Ты? А может быть ты? Ебать. Ты чё, ты? Ебать, тебе въебать? Кому? Тебе. А может быть тебе? Ебать. Во залупа. Да уж, блядь. Он такой же тупой, как Анюта и Хиля. Кто? Ты? Нет. А может быть ты? Я? Да. А нет. Ты. А, ну на тебе цветы. Ты чё? Кто я чё? А чё? А ничё. Кто я чё? Ну на. Ебать. Ты чё, дурак? Кто? Ты. Я? Да, ты. А может быть ты? Ты чё? Я дурак? Да. Ты дурак? Нет, ты. Да пошёл ты нахуй. Ну на тебе цветы. Тю, блядь. Здравствуйте, здравствуйте, хуяндок, бля, блядь. Ебать, я пожилой КВН по ВНЗ. А кто такая эта КВН? Да кто? Это моя бывшая. Да почему бывшая? Да потому что я ее давно трахнул. Почему давно? Вчера же. Ну вчера, значит, бывшая. Спасибо. Заткнись. Ебать, ты чё, отрыжка, что ли? Кто, я? Да. А может быть, ты? Нет. Кто, я отрыжка? Да. Хуйна. Кто, я хуй? Здорово. Да, ты. Здорово, здравствуй, мандарин. Здравствуй, как дела? С личиносами сижу. О, бедолага, как мне жаль тебя. Ведь молодой такой, ведь жизнь могла бы быть более яркой, красочной, а ты... Как ты так умудрился-то не высунуть свои пистрик, а? Я просто скорострел. А, ты как Дмитрий Улич, кончаешь, когда видишь дырочку. Ясно. Ну и как зовут-то твоих спиногрызов, личиносов? Саня. Даже если так, то это тоже абсолютно не важно. Очень печально и обидно, наверное, тебе. Ну ничего страшного. Нет, нет, ему да. Ну да, получается. Мне кажется, ты испортил жизнь своему сыну. Хотя вряд ли он будет у великого Оша и не узнает правды. Правильно, правильно. Если вас... Слушай, так у тебя двое, а второго-то как зовут? Толян. Бля, даже не знаю, что хуже. Почему такие имена смешные? Я, конечно, думал его Денисом назвать, но хуй его. Да, ну Денис вроде как, вот Оша сказал, Денис это значит великий. Но я правда не знаю Дениса, но мне так кажется, все-таки Денис звучит как-то, ну, нормально. А еще говорят, Денис с писькой повис.
Нет, Дениска нахую повис. Нет. Дениска писька. Дениска писька в низко. Да. Варвара, че? У меня есть знакомый один, его Денис зовут. Знаешь, какой у него погоняло? Валера? Да, прокинь. Вот это прикол. Да. Не понял, ты сейчас шутканул или что? Давай так, мандаринчик, за каждую твою шуточку косарик. Да, я. Не слышу. Он пошутил про пенис, а сразу косарик дедушке на кошелечек. А, ну давай. Да, я. Хочешь, называй мне пожилая барракуда. Потому что я ебал верблюда. Кого, блядь? Верблюда? Ты что, дурак, что ли? Было дело. Да пошел ты нахуй. Да. Ясненько, мандаринчик. Слушай, мандаринчик, мы с тобой уже общались неоднократно. Но ты мне так и ответы не дал. Ты чем вообще занимаешься вот в реальной жизни? Я же тебе рассказывал. Вот ты какой-то бизнес у тебя, но я так и не понял, какой. Я это, мандарины продаю. На рынке. Да ладно. А почему ты мне не прислал мандарина в ящик? Ну, просто ты далеко. А, ну тогда давай. Ну, в принципе, довольно-таки правдоподобно звучит. Только мандарин или еще и бананы? Не-не, только мандарин. А, ну тогда давай. Не, ну я бы не отказался, я люблю больше женские мандарины. Да, я. Не чавкай, блядь. Я сейчас кушаю женскую сакуру. Не понял. Я только что съел шоколадные орешки, знаешь как? Это которые ты мне задонатил. Я вот их сейчас и съел. А, короче, есть... ты теперь хочешь себе Range Rover, да? То есть ты купил до этого Ягуар, а теперь Range Rover? Нет, не Range Rover, Land Rover. Не, ну а чё, нормальная машина, чё ненормально? Нет, ну если ты намекаешь на то, что ну, хочется донатить мне на Land Rover, то в принципе да, я хочу его. Только в таком случае, да. Садись. Садись, я тебя покатаю на своем некупленном Range Rover. Да. Такой как раз Range Rover ты себе можешь позволить. Ну, в принципе, с тобой полностью согласен. Это да, действительно, ты правильно сказал. Ну, лучше так, чем пешком, правильно? Да, турбодизель, да? Ну, это получается... Турбодизель, S-серия, да, то есть, ну, инжектион, или как он там называется. Суперчарж, короче. А знаешь, почему я сейчас не еду? Алло. Да, мандарин, да. Ты глотаешь? Нет, я кушаю. Я глотаю женский сок. Блин, мне очень нравится женский паштет. А Ролинка да, нравится? Да. Ролинка красная. А кто это? Это кто, дружище? Кто? О, дед, смотри, желтая машина, как ты любишь. Не, мне такие не надо, вообще не нравятся.
я люблю женский паштет. Да-да-да, я, да. Мандарин, ну давай-то уж извини за вопрос такой. У тебя секс каждый день либо через день? Сегодня был. Ясно, поэтому ты сегодня задонатил мне, добрый стал. Понятненько. Когда не донатил, значит у тебя не было, ясно, я понял. Не, меня просто жена там пиздит, понял, я аж каблук. Опущенный вообще. Понятное дело. Ты же отец Александра. Слушай, а как тебя вообще зовут? Слава. Украине? Кому? Ой, в смысле, неважно. Слава Ролин. Да, Ролинка. Это кто? Кто, дружище? Кто? О ком речь? Давай вместе с тобой попробуем понять, о чем речь. Какая-то ролинка. Это что за фрукт, извините, или что за овощ? Это что, я бывшая? А, ну, я, у меня бывших нету, потому что я не ношу нож, на ней его брошены. Смотри, сейчас у тебя кто? Ты сейчас встречаешь Зинкой, правильно? Зина, да. Садись. Зинка — это твоя резиновая колбаса, правильно? Ну да, это моя женщина, это моя сказка, это моя любовь, моя мечта, моя ненаглядная, моя желанная, моя дорогая, нежная и безбрежная. Она, Зина, одна, как в небе луна, светит мне только она. Когда я с ней, мой хуй в ней. Да, да, я. Да, я, да, да, я. Ебать, я какой тороплюн, братун. Смотри, приколюха. У-ху! Ой, ебать, Даня. Блядь, неудача. О, сука, бля, братан, ты видел? Видал, как красиво, блядь? Чуть школьно... Чуть на школьника не лег. Да-да-да, я, да. Кто конча поехал? Да я сейчас их ебну, братишка, не серчай, хуй тебе в чай. Ой, спасибо, солнышко, не отвечаю. Да-да-да-да-да-да, я, да. Ветка мимоза, дикие сны. Нету вопросов. Тю-тю-тю-тю. Нету вопросов. Тю-тю-тю-тю-тю. А вот сухарики, три корочки смачнее, поживни. Бэби-бон, бэби-бон. Их уже нет. Конечно, нету, потому что их не было. Здравствуйте. Да, 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 да. Хуян, друг. Ебать, я пожилой лобок. Надо мной противник. Мне это не нравится. Противник должен быть всегда подо мной. Квен ПВНЗ моя, мой противник. Она всегда подо мной. Потому что она, ну, на мне, и я в ней. Как бы, ну, ну ясно, короче. Ой, ебать, ля, машина стоит, меня ждет. Представляешь? Садись, иди ко мне, я тебя прокачу на своей бибике. Да-да-да-да, я. Школьная нечисть едет, слышишь? О, сука! Блять, ебать, братан, мне, блять, больно, ебать. Ай, блять, все, я так и знал, блять, меня выебали, блять. Ебать, лучше, блять, меня подними меня, блять, потом нахуй. Блять, сука, ебать. Там их два, кстати. Ты убил двоих или как обычно? Как обычно. Блять, сейчас убьет тебя. Да, там да, упал. Я. О. Да, блять, пусти меня, хватит сосать. Кто, кто, кто? Посидишь, подождешь. Они идут. Вот. Как идут, так и придут. Садись. Вот. Блять, я не вижу. Ебать, я их реально не вижу, ебать. Я их ненавижу, блядь. Блять, машина горит, жопа дымит, блять, пизда. Братан, тут есть дырка. Ага, блять, не успел, я убежать не успел. Машина взорвется, дурак, убегай! Ебать лаги, да, братан? Если сейчас обойдет, нас убьет, то я лох. Блять, лаги! Ясненько.
Ебать хуета, бля, лаги, ёбанару. Я пожилой и мокротный рефлекс. Да, 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 я. Кто я, лошара? Кто сказал, что я лох, тому, пожалуйста, навсегда бан на 600 минут. Я сейчас ем женскую жидкость. ПВДЗ в нике, мать на пике. Вот шпила, блядь. Тварь, блядь, я хуй. Сука, это ж надо было эту хуйню придумать, гадость, блядь. Я пожилая бегемотная слякоть. Я ебал кого? Никого. Тю-тю-тю-тю-тю-тю. А кто сейчас задонатит, тот лох. Раз, два, три. Вот он, кто у нас лох. Деда, Пашечка. Вот сегодня тебе 54-го года. Сегодня, с ДРКСТА. А завтра? Спасибо. 30? Нет, сегодня 54, а завтра 55. Ой, в смысле, через годик. Спасибо, солнышко. Дай бог тебе здоровечка. Спасибо за 150 гривен. Це мені на нові штанці. У секінд-хунду куплю собі. Спасибо, солнышко. Дай бог тебе здоров'я, шоколадная списочка. Спасибочки. Да-да-да-да, я. Я пожилая пизда. Спасибо, дружочек, съешь пирожочек, соси лобочек и женский пердочек. Хе-хе-хе. Саня, я не понял, ты пожила. Александр самое красивое имя и душе. Я так не считаю. Александр это самое гоняное. Привет, старик. Понимаю. Как твои дела? Здорово. Посмотри на ПР, а я там с М-16 и стреляю в тебя. Здрасте, здорово, дед, сколько стоит рофл звонок? Кто звонок? Ну, и это только не в прямом эфире. Данный вопрос обсуждается исключительно вне трансляции, потому что звонки на трансляции не делаются, да. Спасибо, солнышко, за донатик, я их проебу на пивас. Ой, солнышко, спасибо, дай бог тебе здоровечко. Таблетки от головы куплю себе, геморроя. Спасибо, ой, солнышко, сердечко, корвал Дина, господин, спасибо. Дай бог тебе счастья, здоровечко. Да, я... Я человек не пьющий, потому что я спортсмен. Нет, я нормальный человек. Донатим на Land Rover ворух. А, ну давай ты на мандаринчик с тебя пятый хаточка. Да. Я хочу себе, знаешь, какой Land Rover? Здоровый, ебать. А зачем мне здоровый Land Rover, спросите вы? А я скажу, потому что. Да почему? Да потому что. А нахуял мне нужен? Ебать, а ты прикинь, я еду такой на здоровом Land Rover'е, бля. А сзади у меня на сидюшечке сидит кто? Маэрочка, Анюточка, Квенище. Ебать, а я спереди, а справа от меня Жулечка. Ебать, я еду такой себе спокойненько. Играет Мерли Мансон. Ебать, я чувствую, как нежная маленькая ручонка Квен ползет к моим маленьким волосатеньким яичечком. Ну нахуй ты быкуешь, ля, сука, у сука. Ля, сука, ля. Все, допал? Ух, бля.
Я пожилая моча. Кто? Саранча? Нет, моча. Ты чё, хуел? Кто, я? Да. А может быть, ты? Ладно, вот это последняя победная сейчас. Вот это реально, это все, это сейчас победа, блядь. Да просто мандарины, как обычно, якорем всю команду тянет на дно. Да, мандаринчик, да? Мандарин! Мандарин. Банда. Манда. Манда, блядь. Да, нет. Настрой экран в ОБС. А чё там не так? Ебать, вот так, что ли? Чикак. Может, вот так вот, ребята? Ля. Ну, ля как. О, так точно, реально, так школьники не побачат, где я. Ля. Да, 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 я, да. Нормально, братва? Чиня. Не слышу. Да. Это 3D-экран называют. Новая функция BS Studio 3D-экран. 3D 5.0. А, ну да. Так, масштабировать по... Блять. Как тут нажать кнопку, чтоб оно было так, как мне надо? Сука, самому что ли растягивать? Ебать, женская жопа. Да. Маслоры, блять. А, ну давай. Да. Хуя, друг. Я пожилой окурок. Кто, блядь, придурок, что ли? Ты сам понял, кто я? Да. А может быть ты? Хуя, друг. Так, ну все, сейчас последняя, ребят, бля, буду. Сейчас реально победная катка. Сейчас победная катка, я порвал женскую мохнатку. Да. Хуяндук. Вот сейчас победа. Пожилая победа уже близится к пожилой барракуде. А, ну давай. Мандарин сказал, если я сейчас займу тупо один, то он мне задонатит 100 тысяч долларов на сигареты. А, ну давай. Да. Он продаст все свои ящики с мандаринами и задонатит. Прокидываешь? Блядь, школьная залупа бежит. Я чувствую запах женской дырочки. Валера, микрофон включи. Да, я не знаю, эта игра залагала что-то. У меня микрофон в игре не работает. Не знаю, игра залагала. Серьезно, я ничего не могу поделать. Ебать. Я чувствую школьную залупу. Хуя. Ну, смотрите, ребята, и учитесь. Школа. Смотрите. Смотрите, братва. Сейчас я буду хуярить. Все, да? Школа. У, сука. Да. Спасибо за подписку. Спасибо большое. Хуя, док. Да, звука нету в игре у меня, потому что игра бывает тупит. Спасибо, солнышко. Спасибо, яйцеклеточная тканевая ополочистая нечистотная срачка. Ну давай. Ля, какой прицел, да, сука? А, ну давай тогда, блядь. Да. Ясно, мандарина убили. Но это не удивительно, потому что профессиональный скилл мандарина оставляет желать лишь лучшего, потому что его профессиональный скилл отсутствует полностью. Ну, надо его научить будет как-то, видимо, после трансляции, либо же как-нибудь просто, когда они будут транслировать, взять его в эту игру и научить его правильно играть, потому что он играть абсолютно не умеет. Он умеет только продавать мандарины. Да, мандарин? Там школа бегает. Сейчас он будет на крыше, я его убью насмерть. Смотрите, как это будет красиво сейчас сделано. Школьник ни о чем не подозревает, а пожилое тело прицелит его через пожилой прицел. Ну и как вы это прокомментируете в целом? Сейчас будет пожилая победа. Ебать. Я, в принципе, не люблю стоять и ждать. Я не из тех, кто ждать любит. Я беру сразу.
Поэтому пизда тебе, зараза. Да. Школьник, я пришел. Школьник, я пришел. Школьник, я пришел. Мой хуй в тебя вошел. Ну ты шо? Школьник, я пришел. Школьник, я пришел. Школьник, где ты есть? Школьник, я здесь. Да. Блять, как он туда забрался? У, сука. А вот тут его поджидает пожилая смерть. Смотрите. Сейчас на ваших глазах будет убит человек. Школьник, я бы сказал даже. Наверное, обидно тебе, дружок, да? Скажи вот последнее твое слово. Вот скажи последнее свое слово. Кроль, да? А вот и бан тебе. Бан уебан. Ха-ха-ха, блять. Ну и кто же я после этого? Я пожилая барракуда. Ебать-то я ебашу, получается, нихуйненько, девочка. Нихуя себе, блядь. Блядь, надо трофейные лапти забрать. Ля, как я. У, сука, ля, из кожи дракона, блядь. Ля, как я на сары. У, сука. Да. Тварь, да, блядь? А где его, блядь, этот шлем? Я! Ха-ха-ха! Все, да? Он же в шлеме был, че не? Не понял. Хуйня какая-то. Да. Хуя, док. Вопрос. А помнишь дракона, Валера? Ну, я помню. Как я могу не запомнить того, которого я обосрал? Дракон — это хуесос. Я бы на крыльевски насрал, и он улетел, дурачок. Хотя нет, он далеко не улетел. Он упал там же, где насрал я. То есть он, получается, упал в какашке, плюс у него крылья обосраты. То есть он не долетел, потому что тяжесть моего кала оборвала его крылышки. Да. Я пожилую Опа. Ебать, читер, ебаный, донатор, ВМЗшник, ВМЮшник, РБХ, манею, блядь, ебаный, сука, Яндекс.Бабки, сука, Киви, ебаный, а, сука! Тварь. Тварь, блядь. Сурово, блядь. Да, блядь, сука. Ладно, ребят, все это, конечно, очень грустно и печально. Но я сосал собаку. Ой, кому, блядь? Да никому. Заткнись тогда, хуйло. Кто я, хуйло? Да ты, а может быть ты. Ебать, ему ебать, кто я, уебать. Может быть ты, уебать. Может быть ты, ебать. Заткнись, ебаник. Кто я, ебаник, а может быть ты, ебаник. Не понял. Да. Здравствуйте, уважаемые смотрители трансляции в интернете. Пожилое пугало прощается с вами сегодня в этот замечательный вечер. Извините, ребят, ну сосите. Ой, то есть извините, сосите. Ой, извините, солнышки. Мне придется покинуть вас, потому что я пожилой... Блядь, там слово такое, нельзя его вслух произносить. Извините, здравствуйте. Ребят, всем хорошего настроения, спасибо большое. Я правда пойду уже, потому что я немножко приболел уже. Ну, это ни капли мне не мешает, на самом деле, общению с вами. Просто я хочу сегодня немножко пораньше лечь спать, чтобы пораньше завтра к вам приехать, ребят. Вот